случая. Растет по сухим, обычно каменистым и щебнистым склонам и скалам Крыма. Цветет рута в июне-июле. Плоды созревают в сентябре. Руту как лекарство впервые использовал царь Митридат Евпатор, правитель Понтийского царства вблизи Керчи. Поэтому в Крыму растение появилось более 2000 лет назад. Препараты из руты обладают противосудорожными, мочегонными, кровоостанавливающими свойствами, а также возбуждают аппетит. Растение ядовито, поэтому использовать его нужно с осторожностью.